Всем доброго дня. Пока я щенятники здесь навожу уборку, чуть-чуть покажем нашу малышню. Чем они заняты? Дерутся. Вот чем они заняты. А дерутся почему? Потому что некоторые тут у нас нельзя делят морковку. Иногда пишут в комментариях: нарежьте им морковки, им так будет удобнее. Это не еда, это занятие, это игрушка. У щенков есть зубы, они должны грызть, кусать. Вот они этим и заняты. Грызут, кусают и занимаются. Потом придем. Сметем веником. Все, что они налущили, съедят они немного. Ну, а накусают, соответственно. Так, что-то у нас тут, наверное, темновато. Опа. У нас включается свет. И вместе со светом начинает работать вытяжка. Вот так, под потолком. Чтобы у щенков был хороший воздух. Так, Тёмка пошел на разведку. Только мать сменила пеленки. Ну, на чистенькое это святое. Да, Тём? Пописюкать на чистенькое это святое. Конечно. На саненькие-то пеленки неохота. Она чистенькая, да после уборки тут как тут. Так, мраморята у нас свинку мучают. Да, маленькая у нас Масянька. Масянька всегда внимательно слушает, что я тут вещаю. Да, Масянька? Масянька? А ты Масянька. Так, сейчас попробую сесть. К малышне. Сейчас они ко мне, наверное, все, конечно, прибегут. Ну ладно. Так. И посмотрим, чем они тут заняты. Чем они тут заняты? Чем заняты они? Да, чем они заняты? По глазике. Тёмыч пришел. Тёмыч. Ай, ты мой Тёмыч пришел. Так. Антрацит, чем ты там морковой подавился? Если нарезать морковку помельче, щенки будут быстрее разгрызать ее и быстрее от жадности, от конкуренции заглатывать кусочки большие. Нам это не нужно. Пусть они работают челюстенками, пусть они работают зубками. Откусывают столько, сколько смогут от большого куска. Ну, хоть кто хочет, проглотит, кто не хочет, просто вот так вот насыпет. Вот этим они развлекаются. Трахеи у нас вот такие здоровые. Эта трахейка уже отрезанная, кусок от нее. Ну, вот видно, что она поболее щенка будет. Вещи это долгоиграющие. Я их периодически мою водичкой и снова им отдаю в пользование. Да, да, да. Вот есть тут, кто ко мне пришел. Общение им нужно, да? Общение нужно. Общение нужно таким малышам. Все, все пришли. Зачем ты хвост там теребишь, собачки? Очень любит выстиранные свежие игрушки. Успевают за день, за два, пока они сохнут, забыть про них. И вроде как новая приехала. И вот так с упоением их нагрызают. Кстати, у игрушек всегда проверяем. Вот эти вот глазки, здесь они вот вышитые. Носики вот эти, они не должны быть пластиковыми, чтобы щеночек не отгрыз и не подавился. Все вот такие вот части их очень привлекают, пришитые. Всякие вот такие вот ушки. Вот. В первую очередь щенок займется
отгрызанием глазок, носика. Поэтому лучше, чтобы они были безопасными. Носик здесь не пластиковый, он вот такой тряпочный. Пришит очень надежно, глазки вышиты. В идеале, чтобы носик тоже был вышит. Но уж как есть, как начнут отгрызать, оторвем, зашьем. И будет так. Ну, так они проводят здесь время. Пока я мыла здесь полик, убиралась у них. Они мне усердно мешали. Иногда я их уношу, иногда выпускаю их побегать в другое помещение, чтобы они мне здесь не мешались. Иногда убираюсь вместе с ними, чтобы они привыкали к тому, что я мою пол. Я им не разрешаю хвататься за швабру и за тряпку, чтобы они не игрались со мной так. Понимали, что если я убираюсь и сказала нет, то лезть под лентяйку не нужно. Во-первых, это мешает. Во-вторых, ну, когда одна собачка, может, это забавно, конечно, когда они виснут на тряпке, но мне это мешает. Во-вторых, можно все-таки, ну, с усилием пол моешь, да, и можно лентяйкой стукнуть щенка по голове, по глазу, травмировать. Вот. Поэтому лучше, чтобы под руки они не лезли. Ну, и с целью воспитания. Все, я им надоела, пошли развлекаться. Так, ну вот видно, что помещение здесь, ими уже освоенное, конечно, но все равно видно, что щенки стараются ходить на пеленку. Бывают ли промахи? Бывают. Я на это не обращаю внимания, просто прихожу с тряпкой, с лентяйкой, вытираю и все. Но в основном щенки ходят на пеленку. Успевают добегать. Бывает, что не успевают, бывает, слазят с лежачка и могут писнуть, конечно, и на подстилку. Ну, ничего страшного. Время от времени, как бы, по мере загрязнения, бывает, что каждый день, бывает, через день, через два, меняем. Ну, вот, немножко показала. Пойдем дальше разбираться. Малыши все веселые. Все играют. Прививочка у них первая сделана. Ждем второй прививки. Да? Вот кто это ко мне тут пришел? Кто ко мне пришел? Вот они все. Амбишка пришла, антрацит пришел. Малява пришла. Малявочка пришла, Масянечка пришла. Все они тут малыши у меня. Малыши, малыши. Че ты фыкаешь? Полы мыла с дезинфекцией, она для щеночков, ну, то, что они бегают лапками, не страшно, безопасно для щеночков. Но, видимо, я вот особо-то и не чую, а для них запах все-таки, видимо, присутствует, потому что после мойки полов фыкают носиками. Ничего страшного, это нормально.